Ребятушки, всем привет! Сегодня вторник. Сегодня друзья позвали меня в баньку, я отдыхаю. Но прежде чем пойти в баньку, приехал человек, который автостопом путешествует по России. Он приехал на автовокзал, ребят. Сейчас его встретим и пойдем немножко. У меня времени есть. 4 часа до бани. Походим с ним, он хоть в бомжиках, хочу посмотреть вживую. Сейчас, ребят, посмотрим, где он там. Сидит, наверное, сидит вот он. Здоровенько. Как оно? Добрался нормально? Все хорошо. Да. Ну, пойдем. Ты откуда хоть будешь? Ты там написал фильм? Я с Улан-Удэ вообще. С Улан-Удэ? Да. Нифига себе, сколько уже проехал-то? Пол России. Пол России. Ну пойдем сейчас. Сейчас, ребята, пойдем до бомжиков, дойдем, прогуляемся. Ребятушки, пришли посмотреть, может, кису здесь найдем. Нет, блядь. Ну пойдем посмотрим, жилье ихнее. Вот видите, Танька с кисой здесь живут. Киса! Вещички. Здесь раньше брат родной жил. Сейчас Танька с кисой, видишь, живут. Шмоточки. Приехал. А брат хуй, он такой странный путешественник, ему похуй, как ты. Он по звезды туда-сюда, он везде, он шмотки свои, грязь везде засеет. Ну, о, вон, смотри, что ебашит, да? Вон, видишь, ну вот это не пьют. Пойло. Бухло. Этиловый спирт. Это хули, вон, видишь, только. Тин-тин-тин-тин. Нормально, нормально. Ну пойдем сейчас, что за труп. Сейчас мы пойдем по городу. Посмотрим, может, кого-то найдем в городе. Ну, в общем, ждите, не переключайтесь. Ребятушки думали, кто-то из наших... Здоровенький, ты что, все нормально хоть тебе? О, снимай. А, ладно, ты вон там, вон они живут, киса-то где. Ты что хоть, все нормально? Давай иди домой, не засыпай, там ключи сидят. А вон у них еще дом. Ребятушки, видите, человек... Подожди, сейчас, 5 секунд. Вот здесь кто-то живет, видите. Ебать. Вот так вот, видишь, какие рядом дома, ребят. Буквально 100 метров, нахуй. Все, еще один дом, бля. А ты говоришь, соседи, хули. Соседи, да. Он мужичок, видите, разбудил, пошел куда-то. Все. Вот так вот, поспал, поспал и погнал. Ну все, идем дальше искать. Ребят, ну что, дошли до голубя. Сейчас поинтересовался, ребят, Улан-Удэ. Представляете, уже ездит. Сколько еще же проехал-то? Уже вторую неделю. Вторую неделю? Вот так вот, ребят. А у тебя что, нету, да, YouTube-то? Только Instagram? Ага. Ребят, Instagram, по-моему, ссылочки все оставим, там, посмотрите. Ты постишь каждый город, да, там, где бываешь? Да, помогу. У меня основное, я комиксы двигаю. Угу. Про супербомжа. Вот, ребят, если что, так интересно, смотрите. Так, ну что, вот голубь. Супербомж. Курлык, курлык, курлык. Боец он, без правил, нахуй. Ну, ребят, сегодня вторник, у них рабочая неделя. Так что нам трудно будет их найти. Голубь! Голубь! А, блядь, ну что так темно, у меня в очках. Ну, вот и... Нет? Нету, я тебе говорю, они сейчас ходят, работают, нахуй. Ну, сейчас пойдем дальше, ребят. Видишь, так же, там, смотри, аккуратно там... Эти говно может наступить. Они больше хульсируют. Ну что, ребяточки, вот так вот? А? Банки какие-то. Ну, в воскресенье были, там такая была, ну. А пошлите, ребят, мы на трубу пойдем дальше искать, Коля. Ребятушки, ну что, ходим по металлопрокату, он голубчик летит. На крыльях. Ну, на крыльях любви. Не, он крылья пропил, нахуй. Ветер. Ха! Голубь, голубь, сизокрылый. Голубь, паскудник. Ты где был, блядь? Вчера заезжали, сегодня заходили. Видишь, он по спорту тоже. Здорово, голубь. Привет. Как дела? Потихонечку. Да, блядь, тебе руки прыгают грязные, ёпта мать. Я знаю, рабочие. Рабочие. Как дела твои? Потихоньку. Никто не завидует. Пошли пивка попьем. Пойдем. Прячь иди в лес нахуй. Пошли. Под пивка возьмем, посидим, попиздим хоть. Что не можем найти. Он человек, видишь, приехал автостопом с Улан-Удэ, уже столько тысяч километров проехал. Автостопом? Да. Что, берутся? Берут, конечно. Нормально. Добрые люди. Иди прячь. Пошли, пивка попьем, блядь. Так лучше взять сразу. Ну давай, иди, раз, давай мы дождем здесь тебя. Где? Тут? Здесь, да мы пешком. Давай бегом, голубь. Понятно. Давай быстрее пойдем попьем пивка. Голубь, все не беги, сердце становится. Пошли, голубка бежит, блядь, его быстрый, блядь. 2 минут не прошло, на. Сейчас, ребят, мы пойдем день пивка попьем. Голубя попоим, рассказывают хоть что-нибудь. И тебя поспрашивают, что ты хоть расскажешь, тебе тоже много чего интересного. Да? Я думал, зубами у тебя зубов нет, охуеть так откроется, думаю. Не-не, у тебя где-то ничего, ключа там, ножа.
Блин, окей. В кармане. Блин, аккуратно нахуй. Давай. Убить. Не умеешь? А? Лазер? Сейчас, чик. Чик, а твой глаз нахуй. Голуби, нихуя, блядь, вооруженный, опасен, блядь. Да. О, штяк, все есть. Так, вот так. Ну, сюда пригодится, может. Нихуя. Ты хоть, блядь, никого не режешь им, блядь? Нет. А что, с другой стороны, такой тупой, блядь, стороной-то потыкай. Бульдог это? А, блядь. Бля, ну голубь это пиздец, это не голубь, блядь, это... Машина. Машина-зверь, блядь, не даже открыть неправильно. Блядь, голубь порежу сейчас нахуй. Страшно нахуй, но. С другой стороны, это голубь, блядь. Не, ребят, видите, они все-таки к чекушкам привыкли, нахуй. Да. Отвинчивается. Там откушаешь, но... Открывай пока холодник это хоть. А то она сейчас быстро застынет. Блядь, голубь, блядь. О, пошла, блядь. Или это у тебя шипу? Это моя. А? Ну, ёб туда, блядь, хоть. Блядь, иди вон хотя бы в мусорку, что ли. Правильно. Вон он бочина, ёбни. Она сейчас, блядь, разъебёт её нахуй. Не, ребят, блядь, пиво для них это пиздец. Да что? Сложно. Сложно пока. Вот понимаете, почему я покупаю пластиковые бутылки? Они откручиваются и все нахуй. Вот такой купишь, он, блядь, пока пиво открывает, я уже бутылку пива сейчас допью, блядь. И пили хочешь, я мою, блядь. Блядь, голову, ты что, блядь, не умеешь открывать бутылки, что ли, как? У тебя рука... мусорку стукнем. Да не, у него, блядь, видишь, у него же рука, блядь, это, парализована. Ёб твою мать! Сейчас, подержись-ка. Опа! Все, на. Вот это, ес, а ты... Ты только подними пробку-то. Брось ее, пожалуйста. Давай, ладно, подниму нахуй, ты сейчас еще поднимать будешь полчаса. Давай, голубь. Блядь, за удачное открытие бутылки, нахуй. Что это? Не, да, чокнемся, давай, говорю. Давай. О, давай, блядь. Давай, на встречу. Все, хорошие. Да пошли, сигарет хоть тебе поправляемся. Погнали вперед, нахуй, а то уже вперед, нахуй. Тихонь. Сейчас купишь, я сразу же пузырёк, я сигарет куплю, блядь, то есть нет сигарет. Чё, холодненько? Сними у него, воровская лапа. Ну, а, это, ну, у него парализовано, да? Чувств, чувств. Так чё, инсульт, наверное, да? А? Инсульт у тебя же был? Да, вот поэтому левую сторону парализовал. Ну, левая сторона, это, говорят, хорошо, блядь. Если правая, то она хуёво было бы, а левая, то, что здесь сердце, она ещё прокатит. Левую сторону, ну. А что, Игорь, тебе сколько? Вообще ногу таскал с собой, блядь. То есть нормально. А похуй же, вот пьешь, да, блядь, а чего вот не остановиться, да, блядь, а все равно пьешь. Привычка такая дурная, алкашка, блядь. Алкашка, нахуй, ебаный. А сколько тебе вот лет-то спросил? Сколько лет тебе? Мне-то 51. Да. А ты вот скажи, вот, блядь, вот знаешь, вот, блядь, вот реально, бывают же вот люди, которые кажется, часто пьют, они какие-то нихуя не помнят, не адекватно. У тебя вот все, вот память хорошо, вот как вообще? Пока да. Пока. Ну бывает, что заклинивает нахуй. Вот так вот ты вроде, блядь, адекватно, вот с собой разговариваешь, что вроде адекватно. Блядь, ну, у тебя даже мата, блядь, не слышно, у меня и то больше мата, чем у тебя. То есть как я бы. Я стараюсь не материться. Не культурно это, нахуй. Ну, вот я тоже, я вот не получается у меня. Я вот стараюсь, стараюсь, а у меня один хер мат выскакивает. Хотя, хотя понимаю. Но, хотя я понимаю, что для YouTube это очень плохо мат. Ну что, не могу, ребят. А в обществе тоже с вами материшься? Ну, по-разному бывает, раз, нет, да выскочит. Ну, бывает, у меня тоже мат было выскакивать, иногда. Ну, понимаешь, дело в том, что, или взять, допустим, вы вот бомжуете, бухаете, это, ну, как бы, это нормально, думаю. А вот, блядь, а я вот вроде не бомжую, ничего, а вот, видишь, а мат вылетает. Че это, Игорь, ты чем занимался вообще? Да. По жизни? Ну, да, вот, до того, как я стал... сварщик-монтажник, больше по профессии. Да, у тебя корочки есть? Стройки, да, работа. Диплом, все нормально. Слушай, а где у тебя документы? Дома уже. Слушай, а что ты чувствуешь? Пьянство? Пьянство или что? Бомжать начал. А он не бомжует, он же как бы в доме я же. Я пить начал, все, и пошло, поехал. Когда давно? Жена вот из-за этого. Вот, ну, это надо было. Тоже Игорь, тоже бухарик. Вот. Да? Паскуда. А что она, блядь, поменяла шило на мыло? Ну, конечно. Ну, хоть по стиле имена не путаете, типа. А то, что проще, да? Ну, блин, голос. Игорь на Игорь. Тоже Игорь. Так вот.
Ребята, вот смотрите. Уже приходили клиенты. Такая дилемма, да? Вот все говорят, голубь, бомж, бомж. Ребята, а он же не бомж, он же живет в доме. Правильно? Он прописан. Говорит, в бане. Ну, в бане, ну, банчик. Да. Тогда, ребята, он не бомжик, а банчик. Да? Да. Банчик. Вот и все, ребята. Так что не называйте голуби больше банчик. Слушай, а у тебя баня-то рабочая? Да нет, какой там. Она уже не работает. Не рабочая. Уже не рабочая. Печку у него спиздили же. Спиздили, котел спиздили. Да. А я не знаю, что сам не мог его сдать, что ли, блядь. Дождался, пока спиздит. Я никогда бы этого не сделал. Так бы мылся хоть. Вот здесь. Да. Или банных свои же вези. Или в бане пропарился, у меня все поры очистили. Вот видите, он поры очищает даже, да? Конечно. Так что, ребята. Ох. Ох. Ошибка, приходи быстрее дорогу. То не бог тебя собьют еще нахуй. Естественно. Ванной, говорю, матери. Он к матери же ходит, бывает, помыть. Хожу. Отмечаю, указываю, говорят. Как-никак, один же у нее дурак. А мамка тебя и любит, блядь. Да. Вы что, маме сколько лет? Мамки? 70. Хрюшки, видите, какой сильный. Все, голубь затарился нахуй. Присел, припарковался. Все. Все, голубь, все нормально? На тебе, голубь, еще. Вот тебе сигарет. Только какие сигареты взяли? Тут нет. На тебе соточку от меня еще одну. Держи. Пошли, мы тебя проводим, голубь. Мы тоже пошли в сторону АТИ. А он на что-то на АТИ там? Ну, в столовую, человек сейчас поезда поедем, это. Провожу его на автобус, ему уже ехать. Ой, хотя побольше с вами побудем. Голубь, что это, что у тебя висят? Похудел. Похудел? А что ты худеешь-то? Так а ты вообще не ешь хоть, нет вообще, голод? Готовить-то неохотно. А ты же хоть Гагарин вчера, позавчера сварил. Кого? Да, суп, ну, свою похлебку так. А на чем варите? Нет, на костре. Костер. А нет, а с чем варишь, блядь, похлебку, блядь? С фаршем. Ёбра, а фарш где нашли? А вот не знаю, Гагарин притащил. О, с помойки, наверное, или купил? Это не знаю, ну пакетики все нормально, культурно. Культурно? Ну, культурно, да. Культурно нашел. Так что смотри, смотри, если не хочешь, так зайдем к ним, поедим перед дорогой. Нет, нет, он говорит, я поеду голодный. Не бред. Да не, ему просто далеко ехать ему сейчас. Ты сейчас, получается, до Ёбурга? Не, сейчас это, объездной, до Москвы, короче. А, ну через что ты поедешь, через кого там поедешь, как там? Там Пермь, короче, этот, Киров. Да? По этой трассе. Ну так что, ребята, что, встречайте его, увидите там. Вот Инстаграм все ролики, ой, все эти ссылки сделаю. По Инстаграму найдете. Ты в Инстаграме-то посты выкладываешь, где там, что там, да? Сторис записываешь? А, ну вот, ребята, если что, так увидите. Смотрите. Так, все. Что это голубь хотел спросить, спрашиваю, я перебиваю, ребята, привычка такая. Гуляешь. А? В России гуляешь. Ну, конечно. В принципе, так. Тоже забавно. А это когда мир посмотришь, ё-моё. Когда планируешь домой вообще? Ну, к концу августа. К концу августа? Да. Так вот, ребят. Как затянет, да? Может, тебе, блядь, пару бомжиков с собой взять? Помыть их там. Так, не, одному-то проще, мне кажется, все равно станет попутку, блядь, чем вдвоем-то, блядь. Ну да, там место же, для двоих еще надо. И не каждый еще рискует. С одним-то не рискует, блядь. А с двумя так вообще. Это уже смелые просто сценарии, скорее всего. Не боятся. Или просто от скуки. Чтоб скучно не было в дороге. Ну да, голубь, правильно говоришь, блядь. Истинно глаголишь, голубь. Чё, голубь, ты где и тут находишься? Я говорю, на Гагарина сварил хлебку. Не-не, а вообще иду, где находишь? А так как мамке хожу. Ага. Мамка мне дает с собой в баночке. Накладывают, я с собой беру. Вот у тебя банки там дома стоят, тебе заходили. Там что, у тебя огурцы какие-то стоят, голубь? Да. Это не огурцы, это салат. Салат? Морковка с салатом. Да. Банка. Все понятно. Острый морковка сделал. А тебе, блядь, ты острый любишь, что ли? Да. Да? Блядь, голову. Острый. Да. Пошли быстрее. Сейчас Кого? Он, блядь, раз, дай бог, раз в день поесть, раз в два дня, да?
Что, Владуш? Нормально. Вообще ешь. Поклюет он? Клюет, да, голубь, скажи? Да. Ну, все, ребятушки, голубя проводили мы. Ладно, что, давай, Игорь, до воскресенья тогда хули. Да не жми, у тебя руки грязные, блядь. Давай. Ой, блядь. Все, счастливо. Давай. Давай. Скажи, давай. Счастливо добраться, по России погонять, да? Мир посмотришь хоть. Российский. А потом увидишь из зарубежья. Где далеко, я где? В Владивостоке был, в Ереване был, все. Больше не дерево. Ну, Москва, Питер, это так себе. Ну, прикатывай на Байкал. Так не будет. Ладно, голубь, мы пошли, давай до воскресенья. Давай, счастливо. Давай, голубь. Держись, в воскресенье приеду. Проводи парня хоть. Сейчас провожу, и так не переживай, давай. Сейчас провожу. Все, голубь. Спасибо, добраться. Давай. Давай, голубь. Не заблудись. Удачи тебе. Ну, мы, ребята, пошли сейчас по городу прогуляемся, покушаем. И голуби проводили. Голуби проводили, да, сейчас. Все, он полетел, короче. Он взлетел, что, ребята. Денежку дали ему, сигарет купили, что, счастлив. Ну, мы не выключаемся, мы сейчас еще включимся, обожать. Да, уж начинал такой вот обед. Присели. Присели, ребята, ухайдакались вообще, все покушаем. Ребята, всем приятного аппетита. Дашки, сильно автозаль, тебе это взял? Да. Куда ты же поедешь-то? Сейчас поеду до Гагарского поселка. Гагарского? Да, там куда путь? Поеду в Москву. Ты так говоришь, блядь, говорит, как поеду в Москву, как, блядь. Сразу, короче, сразу поехал. Сразу и поехал, ага, там на еще. На первой машине. Ну, посмотрим. Вот это не нам. Так что, поедешь до Москвы. А после Москвы куда? После Москвы в Питер, короче, планирую рвануть. Там еще чуть дальше, там прорвусь до Карелии. Потом обратно в Минск и на юга Новороссийск, Сочи. И потом уже буду опять возвращаться в центр России и обратно. А в Сочах ты какого примерно не планируешь? Не знаешь примерно, какого там, каких числа ты будешь? Не знаю. Потому что там еще в Сочах пересекемся. Мы же тоже поедем. Ой, какого? Мы 8 числа выдвигаемся, 11 там будем, августа. Угу. Числа 26 мы там будем. О, ну может быть, кстати, да. Ну, тем у нас же есть, говорят, ребята. Там, если кто его встретит, так помогите, подмогите ему, там, покормите его, человека, довезите. Он будет, увидите его. На созвоне там, да. Супер бомж в Инстаграме. Супер, в Инстаграме я все ссылочки, ребят, оставлю, так что человек, вот, блин. Для общения открыт, могу даже номер телефона свой дать. Звоните. Звоните, пообщайтесь, посмотрите, как он действует, там, посты выкладывает. Номер телефона привязан к Сберу. Это реклама, уже видите. Ну, а так, ребята, что ссылочки оставлю, сегодня находились, капец, он мозоля, блядь, намазолили, смотрите, капец. Устал? Сейчас плавная интеграция. Конец не пахнет. Он что? Это ковидизер. Что занимается, ребят? Тебе понадобятся очки. О, красота. Спасибо огромное от души. Комиксы, ребят. Сейчас покажет еще. Супер бомж, ребят. Ну, ссылочки все увидите. Сам сюда же спрятал, уже все сделал, да? Да-да-да, сам сюда. Давай, все. Я в общем ссылочки оставлю. Да. Если что, пиши. Если что, в Сочах увидимся. Конечно. Ребят, все, пальцы кверху. Такое видео. Он поехал в Москву. Брату родному привет передавай. Да, он брата хотел родного увидеть. Ну, увидели. Не нашли. На видео не нашли, ребят. Голуби нашли только сегодня, короче. Так что все, он поехал в Москву, а я поехал в баню. Ребят, пальцы кверху. Не забывайте ссылочки. Пока-пока.